какой лодке поедем? На резиновой или на железной? Ну да, это как-то выглядит удобнее. Люди на лодке плыли. Подумай, что пират выпал. На абордаж их взять. Всем привет! Мы находимся на втором парковском карьере, который необычайно популярен у рязанцев. Все почему? Потому что здесь располагается самый большой в черте города пляж, на котором в летнее время рязанцы любят искупаться, позагорать. Этот пляж находится вот там. С другой стороны располагается поселок Борки. Здесь тоже есть пляжи, они поменьше. Здесь в основном купаются только местные жители. У некоторых местных жителей есть свои причалы для лодок. Они катаются, ловят рыбу. Кстати, а рыбу ловят вот здесь. Здесь это вот здесь вот примерно, сетями. Да, ловят сетями, хотя сети запрещены. Здесь много чаек, много уток плавает, много кувшинок. День парада, то есть День Победы в этом году перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. И сегодня выходной день, хотя среда, но несмотря на то, что выходного, и людей не очень много, наверное, потому что завтра на работу, и все уже ушли готовиться и настраиваться на рабочий лад. Правда, пират. У пиратов попугай на плече, а этот человек все хочет на плечо посадить. Подманивает. Чайка, еда. Чайка, смотри. Ой, какие масенькие. А ничего не видно. Вон они. Живописный островочек. Нутки от тебя уплыли, вон они плавают. Утка со своим выводком. Вон уже стая птичек летит. Собирается в клин. Вот мы подплываем к городскому пляжу. А вот здесь еще один маленький пляжик для местных. Вот мы и пришартовались на большой общественный пляж. На самом деле он закрыт. Купаться нельзя из-за коронавируса. Способ для проветривания лодки. Сейчас на ветру она довольно быстро высыхает. Здесь есть такие беседочки, которые сдаются в аренду недалеко от остановки. Рядом много окурков валяется.
бутылки. Кости. Пробки шампанского. Зато если наши люди приезжают куда-нибудь в азиатскую страну, увидеть там какой-нибудь бардак, то пальцем стыкаются. Посмотрите, почему там валяется бардак. Какой-то мусор. А у нас везде мусор. Никто не возмущается. Тут есть и парковка. Скрытая от дороги. Люди играют в волейбол. Себя представляет туалет на втором Барковском карьере. Это 4 кабинки, но они все закрыты. Вот. Так как я туда очень долго шла по песку, я задолбалась. Мне, естественно, хочется делать свои дела. Подумала, ну нафиг, сейчас схожу в кустики за эти кабинки, и, видимо, так подумали 100% отдыхающих, которые подходили к этим туалетам в надежде, что они работают, но они нифига не работают вообще. И там общественный туалет находится не в этих кабинках, а за ними. Такая вонь, бумажки, говно, изображение. В общем, вот так вот и живем. Почему нельзя туалет открыть? Зато вот все пофиг, она плавает, плавает. Ну прям в воду гадит. Потому что шашлычная закрыта, поэтому ей пофиг, она тут плавает прямо у берегов рядом. Почему шашлычная работает на доставку? Ну это доставка. А вот свежак тут плавает. Просто борг собак много в этом году. Достаточно. Ну кинь поближе тогда. А, их размачу, чтобы проще съесть. Да, я тебе говорю. Ну-ка, фисташка у нас есть? Ну-ка, попробуй. Блин, она не увидела. Ну, поближе тогда кинь. В Таиланде кормишь обезьян, а в Борках утк, да? Где интереснее-то? Везде интересно. Вон он возвращается уже. Ну на, 4. Ты уже 4 недели не выдержал. Прикольно, да? На. Да, я видела, что живут еле орехи. Они сами вот не в курсе. Вот закат. Она отправляется в плавание вновь. От причалива. Куда плывешь-то? Мы отчаливаем от второго Барковского карьера официального. И плывем вдоль берегов деревни Борки. Поселка Борки. Мы отплываем от пляжа, и утка вместе с нами решила отплыть. Вот ее можно вдали увидеть. Теперь сравним частоту карьера с частотой озера в Таиланде. Наверное, ничего видно не было, по-любому. Это место, где Алёнушка
ну, картина, где Алёнушка рыдает из сказки. Мы могли тут писать как раз такой берег, мыши такие. Вот люди оградили себе территорию профильным забором. На берегах Барковского карьера любят строить дома влиятельные и состоятельные люди. Они ценят это место как раз за его прекрасный вид. Но есть люди, которым, видимо, досталась земля, может быть, еще в советское время от родственников. Как видите, это совершенно такой обычный дом. И они просто взяли и весь этот прекрасный вид закрыли профлистом. Вот. Хотя кто за ним будет следить, кроме нас, конечно, с воды непонятно. Ну вот, они, получается, вместо того, чтобы себе там делать какую-нибудь красивую террасу с видом на карьер, любоваться закатом, они любуются профлистом. Железным, обычным, самым дешевым. Вот уже закат наступил. Вода такая теплая, я пощупал рукой из лодки. Решил искупаться. Вылез из лодки посреди карьеры. И купаюсь. Вода теплая? Теплая. Лягушки квакают. Обычно здесь рыбаки занимаются рыбалкой. Сейчас темнело, ветер утих. И вода вообще кажется хорошей, теплой. Нашли себе место для причала. Прошло много времени, утка до сих пор с нами плавает. Есть подозрение, что она пойдет с нами домой. Да? Демка ее зажарит. Я-то не ем утятину. А я ем. Красота. Так ты сейчас из кувшинок не выберешь, то она сейчас запутает свой словник. Димон приплыл, я сейчас буду ходить. Ой! Ой! Ой-о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 й
Вон идет. Вот, здесь все.
Черепашка-ниндзя. Сейчас пойдем проверим, какая тут глубина. Мы находимся на пляже второго Барковского карьера в городе Рязань. Это очень популярное место отдыха рязанцев в жару. Здесь люди любят купаться, вот и сейчас купаются. Вот, сними. Здесь на пляже мы обнаружили сие интересное сооружение. Оно очень хрипенькое такое вот. Оно шатается очень сильно. Я так поняла, что с него, по идее, надо прыгать. Вот. Но, как вы видите, глубина там вот колено. Вот я как зашла, вот прям вот под ней. Наша администрация очень любит рязанцев, очень заботится. Она потратила много миллионов на благоустройство данного пляжа. Соорудила эту фигню, чтобы рязанец мог просто прийти и с удовольствием покончить жизнь самоубийством. Нахрен. Закончила. Покажешь, как это работает, продемонстрируешь? Нет, я еще, слава богу, имею возможность выезжать в Турцию, там, в Дубай. Поэтому... И себе еще прикажу.